Российское цирковое шоу «Воды, огня и света» продолжает покорять хабаровскую публику. В уникальную отечественную программу Росгосцирка и московского цирка Никулина заложен опыт 4 поколений иллюзионистов. В июле династии «Сокол» исполняется 116 лет. Более чем вековой путь ее работы проложен, чтобы сейчас под куполом хабаровского краевого цирка зрители смогли увидеть ее достояние. Подробности покажем далее. Цепями, напором воды и стенками колбы из органического стекла можно сковать движение циркового артиста, но не его дух. 23-летний Алексей Сокол умеет задерживать дыхание до 3 минут. В этом номере нужно на 2. Затем глоток свежего воздуха в легкие и вверх под самый купол. Такой аттракцион – часть программы циркового шоу «Воды, огня и света». Алексей – иллюзионист династии Соколов в 4-м поколении. С этой же цифрой связано одно из ключевых событий в жизни артиста. Ему было 4 года, когда отец привел его в цирковой мир. Шаг за шагом нарабатывался опыт, заполнялась копилка выступлений и побед, и стали появляться совместные проекты отца и сына, в том числе номер с колбой и цепями. Для артистов цирк – это то же самое, что цирк для зрителя. Мы дарим эмоции, и они нам дарят ответ эмоции, мы этим питаемся, мы этим живем. Иллюзии за гранью фантастики и человеческих возможностей открываются во 2-м отделении шоу «Воды, огня и света». Все номера свои, авторские. Их специально для представления разрабатывают артисты, инженеры и личный руководитель циркового проекта – заслуженный артист России Анатолий Сокол. Удивляют зрители по-разному – мастерством, трюками и техническим оснащением. Лучшее световое оборудование – это сейчас в хабаровском цирке. Лучшие спецэффекты – это в хабаровске. Сейчас очень мало иллюзионных трюков и иллюзий. И мы привезли к вам крупнейший иллюзионный аттракцион. Покровительствует шоу «Воды, огня и света» птица «Сокол Балабан Гора». Она талисман проекта Росгосцирка и московского цирка Никулина и творческая спутница Анатолия Сокола. Сейчас артисты готовят новый иллюзионный трюк, который совсем скоро первой сможет увидеть хабаровская публика. Взамен требуются только искренние эмоции. Не пропустите гастроли шоу «Воды, огня и света» в Хабаровске до 4 июня. Наталья Чернышова, Мария Шулешко, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.